Те, кто часто пользуется наушниками, обычно говорят, что наушники они ненавидят. Но они любят их, если это ультрасон. Вот уже 20 лет ультрасон – синоним самых инновационных технологий. S-Logic – наша уникальная особенность. Наша цель – воспроизвести музыку так же детально и так же объемно, как она была записана артистом. История каждых наушников начинается с новой идеи, с идеи, что можно улучшить, как приблизить технологии к совершенству. S-Logic — это наше изобретение. Смещенное положение головки драйвера позволяет добиться прозрачного и объемного звука во всех наших наушниках. Мы защищаем вас. Специальное металлическое экранирование снижает электромагнитное излучение на 98% по сравнению с обычными наушниками. Кроме того, S-Logic создает акустическое давление на уши меньше, чем обычные наушники. Мы снижаем уровень давления на 4 дБ при том же самом ощущении громкости. Помимо 60 патентов на новые технологии, наши наушники отличаются современным и эксклюзивным дизайном. Продвинутая конструкция базируется на двух основных принципах — акустика и внешний вид. Современные средства прецизионной сборки и материалы высокого качества гарантируют долгую работу каждой пары наушников «Ультрасон». Любителям хай-фай «Ультрасон» рекомендует наушники ручной сборки, изготовленные в Германии. Наши профессиональные и диджей-наушники есть у артистов мирового уровня в лучших студиях звукозаписи и у диджеев по всему миру. «Ультрасон» производит наушники для дома и для мобильных устройств. Прецизионное производство требует тщательного отбора поставщиков. Первоклассные материалы, драгоценные металлы и кожа – все изготавливается с высочайшей точностью. Деревянные вставки для серии Edition производятся вручную. Ручная сборка серии Edition специально для требовательных аудиофилов. Ультрасон производит только наушники, и поэтому мы знаем, как это делать правильно. Наушники — это наша страсть. Уже 20 лет название «Ультрасон» — это синоним всего нового, что есть в наушниках. Чистый звук, где бы вы ни были. Лучшее доказательство тому — это то, что наши первые наушники все еще работают каждый день.